жалко пропущенных 4 лет, которых не было. Потому что это очень важно. К сожалению, многие люди не понимают, а многие люди понимают, которые возродили этот фестиваль, и, наверное, шли долго к этому, чтобы его возродить. Здесь ничего страшного нет. Фестивали, они дают подпитку для молодежи очень большую. Вот. Тем более, что группы, которые играют, они все классные. Не позитивный коллектив, а есть позитивные коллективы. Это очень важно для молодого поколения, что они не слушают разную шнягу, скажем так, а слушают хорошую музыку. Это взросление. Гордость полными вагонами, золотыми погонами с юга дуют молодые ветры. Первый наш концерт в жизни состоялся в группе «СМП». После записи выхода «Молодых ветров» он состоялся на Московский кинофестиваль в июне, 28 июня 2001 года. Мы отыграли первый наш сет именно совместно с группой «Аукцион». Мы пересекались всегда с Горбушей, очень дружим, очень замечательный человек, душевный и настоящий музыкант.